Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами вернулись. Наш аппарат без преград. Оператор научился наконец-то. Видели, что делать? Он теперь снимает правильно. Мы не в Инстаграм видос снимаем теперь, а в Ютуб. Поэтому подходим поближе. Теперь наша с вами задача будет выбить всю правую часть. Вот она у нас делится. Все вот эти стаканчики должны быть внизу. Как работает аппарат, вы можете посмотреть в нашем предыдущем ролике. Ты врубился? Так, братва, поехали. Первый сразу же. Ну это мы вырежем, конечно же, вы не ждали. Это вы понимаете, что теперь один раз стоит 100 рублей, раньше он стоил 50 рублей. Как теперь выиграть? Есть информация? О! Ну куда ты? Что он закрутился, завертелся? Ё-моё, нас ребята разводят просто на лохов. Ну ладно, сразу же оплачиваем, пока есть. Слушай, если она так и будет крутиться, вертеться, то нам бы просто хотя бы выиграть. Все. И туда. Ё, да что с ним? Нет, ладно, мы его не будем выбивать, он какой-то... Он крутится из-за того, что у него шляпочка вот эта вот держится за верх, и он просто вокруг, как юла, крутится. Поэтому мы сейчас попробуем вот этот, который справа. Он, наверное, да, он ближе всего к этому, к падению. Сейчас попробуем. Ну, чтобы он не крутился, и все. Так, оплата пролетела. Погнали. Вообще шикардос. Все, осталось только грамотно вверх поднять. Ну, по-моему, топчик. Давай туда его тут. Да что с ними не так, я не понимаю, ничего. Изменили все, теперь невозможно выиграть. Ладно, погнали сразу же. Но мы его добьем сейчас. Этот мы точно добиваем. Который с краю стоит, ну, только надоело уже крутиться. Все, брат, не крутимся, окей? Ё-моё, какого ты его? Ну, хотя чуть-чуть туда его. Ну все, осталось его просто добить. Да не крутись ты, тварь! Что ты делаешь? Меня уже раздражает этот аппарат. Вправо, да. Ё-моё, уже миллион потратили. Ребята, выиграли просто ноль. Давай, все, поехали. Надо выиграть. Мы, походу, ребят, будет видос на то, как мы выиграли один стаканчик. Сделаем обзор на один стакан. Вот это я понимаю видос. Блин, сейчас он в другую сторону будет крутиться. Или нет? Нет! Ну что мне? Все ближе и ближе. Все ближе и ближе мы потратили на... Нет, мы походу в этом видосе все открываем. Все, ну он уже прям на краю сидит. Главное, пожалуйста, правильно попасть. Все. Ну типа не может он свалиться куда-то влево-вправо. Нет, ладно, может, но не должен. Туда упади, брат. Да, ну это вообще угар какой-то. Они что-то изменили. Значит, мы сейчас сразу же откроем что-то. Выигрываем и открываем что-то. Мне интересно, что, почему он теперь так начал крутиться? Либо они эти планки опустили так, чтобы он прям впритык был. Ё-моё! Потому что он в конце начинает просто катиться, он резко не останавливается. А вообще, возможно здесь выиграть? Ну, все ближе к тому, чтобы я стал бомжом. Чтобы я стал бомжом и выиграл один стакан. Но если там будет окупаться все, то да, здорово. Нормально. Просто подбить. Ну, ладно, не совсем нормально. Ой-ой-ой. А мы повыше едем. Тут вообще прям по центру. Резкий такой поворот событий наших. А, это тоже крутится. Ё-моё. Началось. Они специально их подняли выше. Все, ладно, все-таки надо это добить. Ну, поехали. Нет, не о.
Опять надо вот этот верхний опять. Ну, давай, 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 едем. Господи, как он скрипит, он сейчас развалится, возможно. Как вот он вроде влево? Да, да. Но все равно вправо крутится. Ладно, все, нам теперь задача выиграть два. Я хочу выиграть вот эти два, и мы откроем, что там, посмотрим. В зависимости, наверное, от того, что там лежит. То есть он не по центру лежит, да, скорее всего. Так, все, я что, попаду вообще в эту фигню или нет? Вот, все. Просто вообще прям идеально по центру. Нет, ладно, не идеально по центру. Но он должен выбить его. Туда толкни его, туда его. Ай. Он просто катается по кругу шарик. Все, сейчас сгорит все. Сейчас я возьму, просто выскользнет у меня из рук. Все. Куда теперь, ребят? Пишите в комментариях, куда он теперь подкрутится. Все, вот, по центре уже некуда. Это самый центр. А, ну вот. Он просто его вообще в другую сторону пинает. Окей, играем дальше, ребят. Я просто кручу, ребят. Видео будет называться «Кручу-верчу». По кругу стаканчики. Да. Класс. Я уже профессионал, конечно, попадать, но осталось, чтобы он еще выбивал его. Давай повыше, может, прям вверх попробую. Ну все, он уже там, его просто добить, да? Левее середины, мне кажется, надо попасть. Левее? Ну тут настолько тут рассчитать тяжеловато. Ну просто его надо ударить. Туда хотя бы коснуться. Вот. Ну не совсем вот, но можно. Ну, сейчас опять кто-то его закрутит, наверное. Ну конечно же. Он уже. И там можно приблизить так, чтобы ты видел, насколько. Он просто наполовине уже болтается. Там видно или нет? Что он прям он стоит на краю. Может его просто толкнуть туда вперед, этот аппарат. И тогда будет нормально. Ух, все. Ну, я не знаю, куда лучше, если честно. Повыше. Да, 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 да. Нет, ладно, можно было лучше, но он должен просто туда свалиться. Да, блин, магия сраная. Магия вне Хогвартса. Если я сейчас со следующего раза не сбиваю, то все, можно сразу же вырубать видос и... Да, эти деньги зарабатывать на видос. Ё-моё. Ну ладно, тут уже не важно, тут главное просто толкнуть его. Да, кстати. Закрутится, либо он уже должен свалиться хотя бы раз. Да. Да мне просто надо попасть. Нет, просто попасть нужно. Ну все, я не представляю, куда может быть. Попадал, он все время так через правую сторону. Я не удивлюсь, если у меня сейчас бабки заканчиваются, мне приходит оповещение от банка, что я потратил миллион. Так, оператор, что ты здесь стал? Мишень. Все. Просто подтолкни его, давай, конечно. Давай, 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 давай. Первый подарок хотя бы будет. Ну все, лучше некуда, я не знаю, куда, не крутись, брат. Да, ту-ду-ду-ду. Брат, давай. Туда, туда, брат, падай. Я уже готов выломать просто аппарат и туда его закинуть. Бьешься и ты... Возможно, закончишь тем, что полиция приедет нас забирать. Поднимать, да. Или вот на это вообще. Не, ладно, на это вообще прям близко. У тебя бы по шапке, возможно, это попало. Будет прикольно, если я это выбью, а это я не могу выбить до сих пор. О. И тут. О, братва. Сейчас чуть выше середины попал. Видимо, там что-то тяжелое, оно прямо снизу лежит на дне. Да. Ну это вообще угар. Что это такое? Две штуки стоит, просто не понять как. Ну теперь зато, если не попаду в одну, я, скорее всего, должен попасть в другую. Вот, вот в эту нижнюю или вообще... Какую лучше, я не знаю. Лучше, кажется. Да, мне тоже так кажется. Они все на краю стоят, их просто нужно подтолкнуть. И, а это может задеть вот это, и все, и они две упадут. Это чисто страйк должен быть. Погнали. Давай, страйк. Две сразу.
Да как на это? Чем? На чем она стоит? Я не понимаю, это кто видите, создавал это? Это? Он вообще дотянется мне? Он вообще дотянется до нее? А, то есть он дальше проезжает. Я что-то, кстати, не обращал даже внимания. Погнали. О, это вот этот ближний, наверное, да? Нет, да. Верхний, мне кажется. Нет, нет, нет. Два верхних, чтобы на нижнюю полок устраивают. Ну, я все равно в правую часть потому попаду. Чуть-чуть я в правую часть попаду. Там чуть подтолкнуть надо. Но он прям на соплях висит. Там, смотри, он прям еле-еле висит. Ну, окей. Слушаем оператора, ребят, если нет, сразу же пишем, что оператор лох. Ну, надо просто коснуться ее. Ага, чего? Здорово. А ребят, оператору просто пишем гневные комментарии, пусть он бабки мне переводит. Это такие шуточки, да. Да. Значит, надо ровно только по центру, чтобы выбить. Да, конечно. Ну, потому что он дотягивается, ну, примерно по центру. Не-не-не, там так и было, я говорю. Вот, все. Вот это нижнее выбиваем, потом добиваем все остальное. Так же на соплях будет висеть. Да должен уже. Да, не, не должен. Надо ладно. Только ровно по центру. Понял. Я уже что-то расслабился, надо реально собираться. Напишите, ребят, сколько мы уже денег потратили? Да, но лучше этого не пишите. Я хотел центрально, но получается опять в эту же. Но это не дотянется. Разве? Да, он чуть просто об одном. Да я хотел верхнюю, вот эту верхнюю, а не нижнюю. Все, я перестал чувствовать аппарат. Мне кажется, он сейчас будет биться просто и должен уже упасть. Но мы не точно не оставим, я уже все бабки здесь оставлю. Главное забрать хоть что-то. Все, да? Ну все, вывалит дерьмо сраное. Да как это возможно? Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Я не знаю просто, ну это вообще возможно теперь их выиграть или нет? Возможно. Просто две на соплях висят. Все, вот это вот по центру я должен попасть. Верхняя. Я чуть-чуть должен потолкнуть просто, боднуть ее туда. Может быть, она все-таки свалится? Надо вниз прям, потому что она стоит внизу, а вверх у нее торчит. Да как это? Что? Что это за ниточка? А мы на ниточках начали держаться? Бейся, и она падает. Да. Нет. А теперь это не выбьем. Что за бред? Кто придумал этот автомат? Это мы думаем. Сейчас службу поддержки звонить. А, нет, кстати, если я ударю хотя бы по центру, то я на чуть вправо уйдет, они вдвоем свалят. То есть мне надо даже чуть, наверное, левее ударить. Ну не, я попаду по ней, но. Наоборот, вниз надо. У нее вверх, вниз наклонен. О, первая есть. Так, лампов потом достанем. Сейчас добьем сначала вот эту. Кстати, пишите в комментариях. Догадайтесь, что там. Здесь какие-то да, уже пишите, а потом откроем. Ну, посмотрим. Пару миллионов лежит. Надеемся. Прям вообще низом покатим туда. Да, есть. Фух, погнали. В одной вообще ничего нет. Есть бабки за все наши. Проблемы, трудность. А тут что-то большое. Ну, скорее всего, вы знаете. Поэтому пишите в комментарии. Если кто-то угадает, тогда мы ему это и отдадим. Мы больше, наверное, не будем играть оператор. Хватит деньги тратить все же, да? Ну, да. Ну, я думаю, да. Сейчас мы посчитаем нашу прибыль, так сказать, а потом уже решим, что делать дальше. Сейчас сразу открываем или потом? Да, ладно, давайте, братва, сразу открываем. Поставьте на паузу сначала и пишите, что в комментариях. Первый комментарий, кто отгадает, там мы подарим. Крыса, наверное. Деньги не подарят. Деньги за трудности наши. Погнали. Ё-моё, это что? Что? Что это за хрень? Оно нам надо? Надо кому-то, ребят? Переходник нужен?
Да, подарки нынче топчик пошли. Ну, ради этого стоило отдавать все деньги, которые были, которые мы потратили с вами. Ну и погнали, здесь что у нас? Ё-моё, ребят. Ребят, это в комплекте к нему идет провод. Это провод к нему идет. Надо кому? Да. Посмотрите лучше наш предыдущий видос, там намного лучше подарки и интереснее. А мы пойдем сейчас с оператором плакать, походу, из-за того, что деньги проиграли. Не ставьте лайки, ребят. В общем, ребят, мы с вами решили, с правой стороны выбили полную фигню. Попробуем с левой стороны. Вот это вот стоит как-то более-менее, он хотя бы крутиться не будет. Попробуем его и узнаем, везде ли нам зарядка будет выпадать или может быть еще что-то адекватное. Ну, сразу же, если сейчас первой попытки убиваю, это будет очень весело. Давай, поехали вверх. Давай, туда сразу. Ёма, ну, конечно же, покрутиться нужно, повертеться. Что там такое? Напишите вот. Только не смотрите до конца видос, если мы вообще выиграем. А сейчас прям напишите, что там. Может, хоть деньги будет? В прошлом ролике нам что-то выпало, поэтому смотрите. А теперь какой можно выбить? Тоже это же выбивать. Попаду? Ну, попаду куда-то. Да, другие вообще фигня там попадет. Крутимся вправо. Долго мы его будем двигать, нет? А? Оператор, ты умеешь разговаривать? Да я читаю. Что-то в офсайде, да? Офсайд убежал. В офсайде не надо находиться долго. Кстати, тяжело вначале сам остановить. Да, да, но он хотя бы вправо подвинется, уже плюсик. Ну да, если все время левее середины, я думаю. Во, во. Все, мне теперь нужно левее, да, попасть. Попробуем так. И добить его туды. Правильно, стучи еще сильнее, чтобы вообще в торт вылетел. Или в торт. Нет, теперь левее. Точнее, правее. Или по центру, наоборот. Прям в самую вершину. Давай, да, закрутим. А вот теперь тяжело будет. Вот это мне прям, когда надо было правее, это еще легко было. А здесь нужно прям по центру будет практически попасть. Бейся, правильно, абсолютно. С такой же силой. Так, нужно вовремя остановить. Ну, нынче на всем экономим. Давай туда дальше. Заезжаем. Ой, как хорошо. Вправо же было. Да, но я не знаю, как он закрутился, но это лучше, чем он закрутился бы влево. Аппарат работает против закона физики. И вообще против нас он еще работает. Либо я просто не знаю, напишите, ребят, какой закон физики. Скорее всего, закон термодинамики. Чуть-чуть можно вниз подтолкнуть его. Почему мимо? Я подтолкнул его вниз. Ну, сейчас вот так бахаем, он вправо бьется, может даже, кстати, выпадет сразу. Да, а, ну все, теперь надо вообще по центру попасть идеально. Правильно, бей. Можешь поддержать наш канал, приводите донаты. Да, оператору. Да, будем еще чаще играть. Оператору скиньтесь на руки. Ё-моё, куда мы уехали? Ну ладно, может быть, что-нибудь там получится. Давай, let's go. Чуть-чуть хотя бы толкни. Ну, хотя бы чуть-чуть и толкнул, как я и просил. Да, да, да. Все, последний раз надо добивать. Потому что люди уже ходят и говорят, ну как вы не выигрываете? Мы выиграли здесь миллион. Поехали. Нормас. Ну, да, почти нормас. Мне кажется, он не дотянется. Дотянется, дотянется. Он коснется хотя бы. Нам надо прям вниз так сделать. И он коснется точно, он выбит или нет, непонятно. А, ну, опять на ниточке. Это прям вообще идеально по центру нужно. Так, еще снайпер готов. Все, пожалуйста. Давай, ручки, вы волшебные мои. Вы же сколько выигрывали всякой хрени. Нет. И выбить больше нечего, правильно?
А если прям шляпку ему дать попробовать? Я еще в шляпку попадаю. Даже не валяю снять. Нормально. Да я так чисто. Я в основном потрогать не больше, наверное, просто потолкать что-то, подвигать ее. У меня деньги точно есть это? А, ну я оплатил уже, да. Ну, ребят, в принципе, мы так и играем. А, или не оплатил, стоп. А, оплатил. Че, какой, давай? Самый-самый ближе. Вот этот? Нет, левее, самый первый. А я не смогу, мне кажется, остановить его нормально. А какой ближе? Вот эти вот ближе. Вот этот? А тут дальше нечего. Чик, чирик. Так, давайте, братан, короче, проверяем. Тут что, уже без вариантов? Так. Ваши ставочки, дорогие друзья. Ну, вот это уже получше. Это хоть как-то нам окупается. Хотя небольшая скидочка нам на этот игровой автомат. Ребята, человек, написавший вот этот вот комментарий, выигрывает наушники из предыдущего ролика. Поэтому следите за нашим каналом, ставьте лайки, пишите видосы. Пишите комментарии, пишите оператору. И, короче, отдыхайте уже, а? Мы уже устали.